Цифровые системы видеонаблюдения лежат в основе многих современных концепций защиты. Будь то в аэропортах, в общественном транспорте или на производственных объектах, такие системы стоят на страже безопасности благодаря своим интеллектуальным возможностям. Многие люди не понимают, что использование недорогих видеокамер в системе безопасности способно спровоцировать злоумышленника на взлом. Такие камеры являются слабым звеном защитной системы и порождают риски безопасности. Почти 20 лет компания Mobotix устанавливает стандарты кибербезопасности, разрабатывая и выпуская новейшие средства защиты. Отметка «Сделано в Германии» лишний раз подтверждает, что системы видеонаблюдения Mobotix предлагают непревзойденный уровень защиты от кибератак. Встроенное микропрограммное обеспечение Mobotix создано на основе особым образом спроектированной, защищенной ОС Linux, в которой практически отсутствуют уязвимости. Все обновления микропрограммного обеспечения зашифрованы, имеют цифровую подпись, что доказывает их подлинность. Передаваемые и записываемые данные шифруются. Данные из взломанных или украденных камер нельзя использовать повторно. Благодаря надежным технологиям защиты и отмеченному наградами качеству, продукты Mobotix станут лучшей инвестицией в будущее, в вашу безопасность. Giving shape to ideas. Konica Minolta.